Шалом, уважаемые дамы и господа, и Пурим Самех. Один местечковый еврей попал в Бруклин. Скажите, где у вас синагога? Он спросил у первого встречного еврея. Тот ему сказал, синагога? У нас есть синагога Любавичских хасидов, у нас есть синагога Сатмерских хасидов, у нас есть синагога Гурских хасидов, у нас есть синагога Литовская, у нас есть синагога Бухарская, у нас есть синагога Грузинская. Он остановил его и говорит, скажите, у вас есть еврейская синагога? И в этом анекдоте, как вообще во всем еврействе, есть много юмора и много боли и слез. Этот день Пурим, основная наша задача – это ахдут, это единство. Помните, как сказал Аман, когда пришел к Ахашверошу просить, чтобы тот подписал вердикт об уничтожении евреев? Яшно ам эхад, мефузар у мефурад. Он сказал, есть один народ, который разобщен и рассеян. Вот этот важнейший фактор, который повлиял на пуримский вот этот скандал, это разобщенность и рассеянность нашего народа. В этот день Пурим основная задача соединить нас, соединиться вместе, соединиться с самим собой. Важнейший момент, когда Мордехай просил у Эстер пробудить милосердие Господа. Она пошла не к Ахашверошу. Она своим самопожертвованием пробудила у Всевышнего милосердие к еврейскому народу. А это пробуждение было после того, как параллельно ей Мордехай пошел и собрал всех. Они уловили, что источник всех бед и страданий – разобщенность, разрозненность, внутренняя рассеянность. У Розенбаума есть такие слова. Я нашел себя и потерял тебя. Что он имел в виду, я не знаю, но я хочу в этот Пурим сделать лехаим. Именно сделать лехаим, не выпить, а сделать лехаим. И сделать так, чтобы я нашел себя и не потерял тебя. Чтобы я и ты, мы были все на одном уровне. Мы делаем лехаим. И говорим, Барух ата Адунай, Элохейну мелех аулам, Боре при агафен. А, шикарное вино. Дамы и господа, в этот день надо успеть, невзирая на работу, невзирая на пятницу и надвигающуюся субботу, успеть собраться, собрать дорогих людей, сделать лехаим, приподняться немножко над этой ситуацией, чтобы произошло нафух. Нафух это перевернулось. Перевернулась болезнь в здоровье. Перевернулась бедность в богатство. Перевернулось плохое настроение в радость и жизнь. Лехаим, лехаим. А я уже бегу, потому что время поджимает, потому что меня ждет пуримская трапеза.